Ольга Сергеевна, вы где? Ребята, кто получил ленточки, я прошу встать в рядок здесь, чтобы вас видели перед нами. Все, не разбредайтесь. Так, все получили то, что должны были взять. Ну-ка, быстренько подходим. Ребята, я прошу вас, встаньте так, чтобы мы вас всех видели перед нами. А вы видели нас. Так, все, встали, встали, встали. Все, тишина. Подайте, пожалуйста, стульчик. Уважаемые родители, подайте стульчик, пожалуйста, как вы видите. Мамы были всегда
перешли в рубеж. Мы подросли, окрепли, осмелели, и не пугает нас ни суффикс, ни падеж. Лучше, Олег Владимирович, мы пожелаем вам успеха, счастья и добра. Лучше всех не забывайте свой класс веселый калаш. Любимая Ольга Сергеевна, с нами мучились вы долго, силы, нервы, все для нас. И поверьте, очень любит, ценит вас наш дружный класс. Любимая Ольга Сергеевна, вместе с вами мы вошли в путь познания и открытий. Знание и свет вы нам несли, классный наш руководитель. Дорогая Ольга Сергеевна, мы вам благодарны за все. За строгость, любовь и заботу, за то, что учили нас жить, мечтать, дружить и работать. Дорогая Ольга Сергеевна, приходить вам будем часто, рассказывать вам обо всем, и скоро своих детей тоже мы к вам в класс приведем. Любимая Ольга Сергеевна, за ошибки, баловство вы нас строго не ругали, и за каждого из нас очень вы переживали.
за мирное понимание, нам с вами повезло. Мы никогда не сможем забыть те дни, что вместе с вами проводили. Дорогая Ольга Сергеевна, классный наш руководитель, вам спасибо говорю за все усилия, заботу, от всей души благодарю. Многоуважаемая Ольга Сергеевна, мы желаем вам счастья, любви и добра, чтобы долго и счастливо жили. Но у нас в этот класс наступила пора. Мы за все говорим вам спасибо! Ольга Сергеевна, а вот эти кусочки, которые остались, это фактически кусочки души. И я думаю, что вы эти души сбережете. Вот так вот, прям бочку. Прям бочку. Ну что, поаплодируем своему учителю, поаплодируем. И ленточки, а ленточки теперь сюда, конечно, конечно, конечно. Потому что на каждой ленточке написано имя и фамилия. Ребята, у вас остались сладкий труд. Нет, у нас еще слово родителей.
А, еще слово родителей. Ребят, подождите, торт отменяется. Слово родителей. Ребята, ну-ка давайте-ка родителям поаплодируем. Поаплодируем слово для самого родителя. Присаживайтесь.